по идее, лучше бы, конечно, ребенком заниматься дома, чем учеба есть учеба, и если ты так получилось, что во время учебы получилось, то, наверное, лучше оставить ее все-таки. Если можно, есть тем более вариант вернуться на учебу после академического отпуска, то лучше, наверное, дома. Это можно, конечно, это надо, нужно даже. Хотя у меня уже дети выросли в данный момент, но я бы хотела бы, потому что бабушек у многих тоже нет. Конечно бы, желательно бы. Я думаю, да, потому что так у них будет возможность, ну, и отдавать себя семье, и продолжать обучение, ну, и карьеру свою сделать в жизни. Ну, в принципе, нормальная идея. Нет, я считаю, что это вполне имеет место быть, так как сейчас у нас многие женщины успевают и рожать, и воспитывать детей, и учиться. И мне кажется, для многих это было бы как вариант, так как иногда не с кем оставить ребенка, не на кого. Но, тем не менее, женщина не хочет, ну, бросать обучение или как-то его, ну, уходить в академический отпуск. Так как я думаю, что это вполне, ну, может быть такое.